ключи от квартир. Правда, не от тех, где деньги лежат, а от тех, что ждут новых хозяев. Рабочую неделю городская администрация закончила на позитивной ноте. Жилье получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего 8 новоселов. Квартиры предоставляются по договору найма специализированных жилых помещений. По истечении 5 лет будет пролонгация уже обычного договора социального найма, где впоследствии, значит, лицо, которому сегодня вручили данные квартиры, может его приватизировать. Алена ждала свою квартиру 15 лет. В 2001 году ее дом сгорел. Погибла мама, отца не было. Жила по-всякому, в основном снимала жилье. И вот дождалась. Девушка уже сама мама, вместе с мужем и маленьким сыном. Они переедут в эту небольшую квартирку в Минееве в ближайшее время. На мой взгляд, просторная, светлая квартира. Комната не маленькая, в принципе. Сюда поставлю угловой диван. Сюда детскую кроватку, потому что у меня сын 2 года. Сюда, может быть, шкаф-купе или нет. Может, сюда шкаф-купе, сюда телевизор. Всего в этом году администрация Иваново передаст сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 17 квартир. 16 уже вручили. Осчастливить осталось одного новосела. Однако тех, кто ждет крыши над головой, больше в разы. Очередь в областном центре составляет более 200 человек. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.